Ребята, я просто пытаюсь скрыть тот факт, что у меня грязная голова. Да не, на самом деле просто мне эту... Как это называется вообще? Это кофта? Ну да, наверное. В общем, мне эта кофта прислала... И не будешь шутить над каждым вопросом, как тупой дебил. Просто мне мама моя так сказала. Поэтому я решил сделать просто обычный вопрос-ответ, разговорный. Давайте начнем. А, у меня все чешется, даже подмышка. Esam gatavi piedāvāt savai valstī, savai tautai izcilu profesionālu komandu, cilvēkus, kas var sākt strādāt, ieņemot tam nākamajā. Перед началом ролика хочу представить вам реально крутую компанию, которая поможет заработать на криптовалюте. Vozex.io. Они работают уже более 250. И он прям оказался таким мух-злодеем, и его забрали. Игровой челлендж. С вопросом. Что это такое? Добро пожаловать. Ну и связывает он, ну и пусть связывает, но... Придется пройти первые три ночи в игре Five Nights at зрители. Челленджи здесь придумал. И при каждом проигрыше я... Я слышу. Это не за... Вот они все, все тут, лежат. Треснул. А вот что будет, если их уронить. Так, на этот вот. Чудесных заданий! Какую новую подрубрику, просто зарядитесь, просто зарядитесь. Вкусно. Надеюсь, это не вставлю. Вы любите быть вместе? Да. Кто составлял этот тест? Хай-хай, с вами Вангай, добро пожаловать в тесты ВКонтакте! Я просто не мог не заглянуть в тесты, которые на все 100% определяют твою жизнь, твою судьбу, твоих друзей, твой характер, твою какаш, твое настроение. Чё? Как? Куда ты хочешь? От камеры отошел. К камере не подходи. Мужик, что ты делаешь? Пойдем, пройдем. Никуда я с тобой не пойду, никуда я с тобой не пойду. А что ты здесь херней занимаешься? Что ты прикасаешься к нам, мужчина? Полицию вызывай. Вызывай. Че кидаешь на людей-то? Я на тебя кинулся. На камеру кинулся. Туда хотя бы отойдите, пусть, пусть он нас не кидается, зовите его. Просто мы купим товар. Мы хотим купить товар. Че у нас тут мужчина кидается? Мы не знаем. А ты сейчас заказ. Че ты делаешь? Отошел от меня на расстояние. Ну че? Занес мне? Отошел от меня на расстояние. Я, блядь, стою, ты че? Ну что ты к ней приходил, да нет? Это че, ты че объяснить? В смысле объяснить? Ты смотри, ты знаешь, да, там вот эта акция действует? Ну. Ты знаешь ее правила? Ну, знаю. Ну-ка, объясни мне правила. Ну, а чтобы я купил, я куплю. Купишь? Куп... А